Я вот жизнь прожила, и у нас такого не было. Мне всегда внучка говорит: бабушка, ты живешь в ретро. Вы знаете, я не могу сказать, что он откровенный. Есть фильмы гораздо более откровенные, но и не скромные. Конечно, не каждая женщина это выдержит. И, ну, как сказать, что поймет этого героя. Нет, нет. Ну, очень красивый актер, конечно, но, опять же таки, если смотреть к его увлечениям, то, конечно, мы это не одабриваем. Увлечения, конечно, у него жесткие. Не будем говорить жестокие, а жесткие увлечения у него. Я хожу на эти фильмы ради главного героя. Если бы не он, я бы не ходила. Мне просто чисто визуально нравится этот актер. Как он играет, нет. Но чисто картинку, я хожу посмотреть на картинку.